По информации оперативников, с 2018 по 2020 годы злоумышленники создали более 300 сайтов двойников ведущих учреждений культуры нашей страны. Операторами доменов были иностранные компании, общались с покупателями с помощью интернет-телефонии. В противоправную деятельность было вовлечено порядка 30 человек – IT-специалисты, работники колл-центров, курьеры и продавцы билетов. Вырученные за билеты средства поступали на счета подконтрольных организаций, а потом распределялись между фигурантами. Общий ущерб превышает 1 миллиард рублей. В городе Санкт-Петербурге, а также в московском регионе, в Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ростовской областях проведены обыски в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам. Обнаружены и изъяты платежные карты, компьютерная техника, денежные средства, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Сейчас деятельность сайтов-двойников прекращена. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.